Каково это – вернуться? Здорово. Столько хороших воспоминаний. Может, мое счастливое место станет нашим? Кто оставил тебя здесь одного? Я играю в игру с Чонси. Охотники за приключениями? Весело? Чонси говорит, что тебе нельзя с нами играть. Потому что ты его бросила. Мне нужно что-то счастливое. Счастливое. Я думала, ты боишься жуков. Если я сделаю все из списка, Чонси отведет меня к себе. Что причиняет боль? Элис? Ты проводишь время с новым другом? Он просил сделать себе больно? Это была часть игры. Разве хороший друг предложил бы такую игру? Может, нам не стоит больше играть вместе, Чонси? Может, нам не стоит дружить? Элис! Она пропала, но мы ее найдем. У каждой культуры есть сущности, которые привязываются к детям. Мы называем их воображаемый друг. Ты всегда играла со своим воображаемым другом. Когда связь разрывается, сущность приходит в ярость. Он говорит, что он прямо за тобой. Воображаемый друг. Могу я поиграть с твоим воображаемым другом? Он не воображаемый. И он тебе не друг. Скоро в кино.